Я на горе! И сегодня выжившие тачки с Red Bull Softbox Race отправятся в сумасшедшую экстремальную поездку вот с этой вот горы! Вот наш лагерь прекрасный с палатками Black Market. У нас есть и еда, и пиво, и ведущие. Ребята уже на низком старте и готовы отправиться на гору. Хей-хоу, приветики всем, ребята. Сегодня мы собрались на крутую тусу, а точнее это крутой субботник. Мы сегодня собрались, чтобы защитить природу и сказать: берегите природу, мать вашу. Ну и, конечно же, животных, наших милых медведек. Вот буквально только что на нашей площадке практически загорелся медведь, участник команды «Маша и медведи», вроде как они называются. Тормоза у ребят отказали, приваривали на месте, и шкурка подгорела, мы очень переживаем. Но мы надеемся, что все будет окей, наши тормоза мы проверили. Я делаю руль. С руль. Безумный Максат очень круто себя показал. У тачки есть будущее, мне кажется, надо раздавать боком. Ну что, обручалка доехала просто прекрасно, целая вся, доехала до финиша. Просто офигеть, что происходит? Ребятки очень быстро начали, просто сумасшедшие клубы пыли. В какой-то момент, видимо, они немножко испугались, что могут разбиться в хлам, и немного притормозили, но начинали просто дичайше. Ну что ж, наконец-то выезд с самой сильной тачки Black Market Mini-Mini-Van. Погнали! Ну что, я считаю, что для тачки Black Market эта горка до сих пор еще детская. Они слишком уверенно, слишком четко вообще все прошли. Мне кажется, нужно устраивать третий тур, в котором будет просто 50-процентный склон.